В этом году в конкурсе «Юный скульптор» приняли участие 6 команд. Для некоторых участников это первый опыт, непростой, но интересный. Я в таких не участвовала, но я лепил снеговиков уже. Ага. А что проще, лепить снеговика или вот такую скульптуру? Снеговика лепить проще. Ага. Снег – материал капризный, да и погода немного усложняет условия, признаются участники. Но они сегодня во всеоружии. Готовились, рисовали эскизы, подбирали инструменты. У нас вот наши основные инструменты – это терка, это лопатка, саперная, не знаю, как ее назвать. Это вот этими инструментами мы все и делаем. Как мы выбрали эту скульптуру и почему мы эту скульптуру делаем? Потому что год наставничества, следующий год, а сова у нас символ мудрости. Опыт интересный. Вот. Мне нравится, ребятам тоже очень нравится, очень интересно. Вот. Сложно работать со снегом? Непривычно, но привыкаешь. В основу работ участников легли разные мотивы – сказочные, религиозные. Юные скульпторы трудились несколько часов. Сейчас очень хорошо со снегом, а вот подготовительный этап, когда вот как раз все планировалось, снега у нас не было, и что наскребли, как говорится, то наскребли. Скульптура у нас называется «Богатырь». «Богатырь» – это точнее, двухфигурная у нас скульптура, состоящая из коня и богатыря. Они как два верных друга представлены здесь. Это была идея вообще изначально учителя, что он хотел сделать богатыря. Потом там дальше додумали, получился такая идея. Я в основном в глиняных участвую, в снежном вот я сейчас первый раз. И как вот сравнить глину и снег? Нормально. Я вообще люблю дерево. Так все хорошо. В итоге скульптуру «Богатырь» признали лучшей. Над ней трудилась команда детской художественной школы «Весна».